очень радует то, что в результате консультаций с американской стороной, по крайней мере, мы нашлись точки соприкосновения в вопросе о недопустимости возобновления насилия и вооруженных действий на Донбассе. И мы все понимаем, что очень многое зависит сегодня от достижения каких-то соглашений между американской и российской стороной, в том числе на как можно более высоком уровне. Собственно говоря, это главный ключевой момент. И в этой связи я хотел бы напомнить о инициативе президента Порошенко. Он предложил вернуться к женевскому формату переговоров, то есть он считает важным и необходимым подключение к переговорному процессу Соединенных Штатов, и это было бы логично и последовательно, учитывая то обстоятельство, что при всем особом уважении к нашим европейским партнерам и коллегам, с ними очень можно долго вести диалог, принимать различные миссии, ОБСЕ, ПАСЕ, и так далее, и формировать новые форматы, извините за тавтологию, но это очень часто не приводит к какому-либо внятному результату. Таким образом, все-таки сохраняется надежда на то, что будет возобновлен российско-американский диалог по этому вопросу, вне контекста которого я вообще-то в принципе не вижу особых перспектив позитивного разрешения существующих конфликтов.